Национальная нетерпимость. В Вильнюсе хулиганы закрасили табличку с названием улицы на русском языке. Мэр Вильнюса Ремигиус Шимшаус уже осудил действия вандалов. Стоит отметить, что именно он накануне торжественно открыл улицу. Так она и называется – «Русская». Ранее многочисленные дискуссии вызвал ролик, размещенный в Эстонии. В нем граждан страны призывают разговаривать только по-русски с туристами. На видео мальчик из Мурманска спрашивает у эстонской девочки, как пройти к магазину. Та на своем языке начинает его стыдить, мол, почему ты не знаешь эстонского? И только когда девочка узнает, что он турист, на ломаном русском указывает путь. 5 минут гулять. Спасибо.